Блять, уебки, блять, вот ждем 20-го числа, нах. Если нет, нахуй, бунт будем поднимать, ебал я эту войну, нах. Башку подставлять, нахуй, за так, нах. За 26 тысяч, ебать. Короче, никому не пришло, нах. Понятно. А у нас здесь, короче, в пятницу совещание было у Пучков, чтобы один человек в эти выходные уехал. Где хотите, говорит, ищите. В натуре, что ли? Да, вот вы в Дана хотели, он вроде что-то заикнулся, ему 8 лет светит. Если, говорит, это мне условно дадут, я поеду. Это все наебаловка. Они для отчетности его сейчас отправят, нахуй, вроде как ушел, а он вернется один хуй. А че же Пучков отчитался бы за меня, то, что ушел человек от нас, нахуй, и все. Так надо каждую неделю, чтобы. Эх, нихуя себе. Теперь, короче, чтобы каждую неделю кто-то уходил с района. Вон, чего они задумали, нахуй. Нет, мы сейчас вот до 20 числа ждем, если нет, нахуй, ебать. Ну, будем отходить назад, короче, сами. Там за 26 тысяч здесь башку никто не хочет подставлять, нахуй. Мы уехали, блядь, семьи оставили дома, нахуй. Без нахуй, денег. Без денег, без всего, нахуй. Уёбки ебаные, блядь. Охуеть можно. Покой хуй здесь, блядь, полковники, хуёвники сидят вообще, блядь, из бункеров пидоры. Как обычно, всё. Они все у них в планах, блядь, Харьков взять, нахуй. Ну, давайте, ребят, вперед, нахуй. То, что мы все думали, короче, этого близко здесь нету, нахуй.